Меня зовут Олег Березин, я представляю проект Raizon. Raizon – это удобная платформа для работы с криптовалютами, личными финансами, инвестициями на базе искусственного интеллекта. История нашего проекта началась с создания инвестиционной компании 360 Elements, которая существует уже более 4 лет, работает под регуляцией комиссии по ценным бумагам и биржам США. Мы выявили ряд проблем в управлении личными финансами, которые усложняют жизнь пользователей. Это изобилие банковских карт, аккаунтов, транзакций, неоптимальные кредиты. Также мы выявили проблемы, с которыми встречаются инвесторы. Это низкие процентные ставки по депозитам, множество инвестиционных продуктов, в которых сложно разобраться, сложность криптовалютных операций, рыночные риски. Интерес к инвестированию среди среднего класса активно растет, так как по банковским депозитам в Европе ставка редко превышает 1-2% годовых. Пользователи RoboAdvisor ежегодно становится на 50-100% больше, и по прогнозам к 2021 году их количество возрастет до 2,5 миллионов человек. Искусственный интеллект — это более технологичная и развитая технология, альтернатива RoboAdvisor, которую мы используем в нашем продукте. Помимо этого, мы агрегируем все активы клиента в одном приложении, что позволяет нам собирать важную информацию о пользователе для составления инвестиционного и кредитного профиля клиента. Также мы производим удаленный онбординг KYC и AML, и наши криптовалютные кошельки транслируют все операции блокчейн, что решает проблему хранения криптовалютных активов. Наш кошелек нельзя взломать и не страшно потерять, потому что он авторизован. На данный момент ведется разработка минимальной версии продукта, которая будет запущена в тестирование середины мая. Пользователи смогут создавать лицензированные биткоины и эфириум кошельки, принимать и отправлять криптоактивы, заводить фиатные средства, конвертировать их в криптовалюту и обратно. Команда проекта Raizon — это профессионалы из разных сфер. Разработчики с бэкграундом Mail.ru Group, эксперты в финансовой аналитике и инвестициях с бэкграундом SMP Bank, Finam, QBF, Alpha Capital, Alpha Bank. Первый посевной этап мы провели в декабре 2017 года. Сумма собранных инвестиций чуть более 1 миллиона долларов с порогом в 1,5 миллиона евро. Опережая намеченный план, всего через 3 месяца существования проекта мы открыли свой первый офис в Европе, Эстония, Таллин. Это одна из самых технологичных и IT-френдли стран Европы, откуда вышли такие финансовые проекты, как TransferWise и Moniz. 19 марта Raizon был официально внесен в реестр государственной программы «Стартап Эстония» комитетом по стартапам при Министерстве внутренних дел Эстонии. Мы уже запустили тесты искусственного интеллекта. Промежуточный результат работы наших алгоритмов — это предсказание движения курса криптовалют с точностью порядка 70%. С помощью наших партнеров компании SnapSwap мы производим удаленный онбординг, занимающий не более 6 минут. В начале марта проект был одобрен биржей Bitstamp, одной из крупнейших и первых регулируемых криптобирж, за счет которой будет повышена ликвидность обмена криптовалют. В январе наступившего года проект получил 2 криптовалютные лицензии в Европе – Virtual Currency Wallet Services и Virtual Exchange Services. Следите за проектом в наших соцсетях. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Наш проект находится вот в том дальнем диване. Спасибо. Спасибо большое.